Stacks – это блокчейн-решение первого уровня для переноса смарт-контрактов и децентрализованных приложений DApps в Bitcoin BTC. Эти смарт-контракты переносятся в Bitcoin без ущерба его основным качествам, прославленным мощности, безопасности и стабильности. Эти DApps открытые и модульные. Разработчики могут создавать приложения поверх других приложений, создавая невозможный в обычном приложении функционал. Stacks использует Bitcoin в качестве базового уровня. Все происходящее в сети рассчитывается на самом широко используемом и самом безопасном блокчейне на сегодняшний день. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Платформа работает на токене Stacks STX, который используется для выполнения смарт-контрактов, обработки транзакций и регистрации новых цифровых активов в блокчейне Stacks 2.0. Платформа ранее называлась BlackStack, но в четвертом квартале 2020 года была переименована в Stacks, чтобы отделить экосистему и проект с открытым исходным кодом от BlackStack PVC, компании, которая создавшая оригинальные протоколы. Изначально Stacks финансировался рядом из известных венчурных фондов, включая Y Combinator, Digital Currency Group и Winklevoss Capital. Он был разработан компанией BlackStack PVC, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. BlackStack PVC теперь существует под названием Hero System PVC и присоединяется к широкому кругу компаний, работающихся на платформе Stacks. Вдобавок ко всему, Stacks был первой криптовалютой, получившей квалификацию в SEC для продажи в Соединенных Штатах, что позволило ей в июле 2012 года выпустить денежное предложение REC-A, плюс за продажу своих токенов STX на сумму 28 миллионов долларов. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также, еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Stacks пытается взять все лучшее в биткоин и расширять его дополнительными функциями, без необходимости разветвлять или изменять исходный блокчейн. В Stacks предоставлен новый язык программирования смарт-контрактов, известный как Clarity. Он спроектирован быть безопасным и простым благодаря однозначному синтаксу. Этот ориентированный на смарт-контракты язык программирования также используется блокчейном Algorand. Как защищена сеть Stacks? Stacks использует блокчейн Bitcoin в качестве базового уровня. Будучи блокчейном на основе Proof of Work, Bitcoin использует объединенные усилия тысячи майнеров и узлов для защиты сети от атак, делая невозможным с вычислительной и экономической точки зрения взлом сети. Вдобавок к этому, Stacks предоставляет свою собственную модель консенсуса, известную как доказательство передачи Proof of Transfer. Это новый механизм майнинга, который видит, что пользователи переводят базовую валюту Bitcoin BTC для майнинга STX, что эффективно обеспечивает безопасность блокчейна Stacks. Stacks – это продвинутая платформа на основе биткоина. Создатели явно сделали акцент к технологической части продукта и таким образом подарив уникальный сет для различных операций. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы сможете увидеть новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.